Микулин Василий Иванович, владелец компании Black Sea Fruit Company. Black Sea Fruit занимается производством фруктов. В основном это у нас косточковая группа черешня и семечковая – это яблоня. Мы участвуем в рамках канадского проекта по производству мульчи. Цель проекта – достичь экономии водных ресурсов, которые применяются при поливе. Вот, соответственно, увеличить и поднять плодородие. Почему? Потому что мы как бы уходим от того, что мы как ранее сжигали хмыз, вот, обрезки от деревьев фруктовых. Сейчас это происходит через печь. 70% щепы мы используем как топливо для углевыжигательной печи. Если пересчитать этот объем на ископаемое топливо, то мы экономим за один сезон около 5 тонн угля. Полученное тепло используется для отопления помещений общей площадью 1500 квадратных метров. Дробилка, которую мы приобрели от фирмы Хайзамат, перерабатывает на мелкую щепу, которая потом трансформируется в компосты в силосных ямах, добавлением всяких остатков. Это все мульчируется, перемешивается, добавляются специальные химические препараты, Байкал применяется для ускорения. И таким образом мы достигаем уже качественного компоста, который потом мы начинаем носить между в ряды. Таким образом мульчируем плодовый ряд. За первый сезон использования дробилки наша компания переработала в щепу 250 кубометров обрезанных веток с 93 гектар сад. Остатки щепы, которые нам не нужны для производства компоста, мы сжигаем через печь в зимний период, осенний-весенний. Вот, и таким образом получаем оттуда переработанные как бы остатки горения, которые потом или вносим непосредственно в грунт, или добавляем в наши действующие компосты. Добавляя в компост щепу и золот сожженной щепы, мы делаем мульчу богатой на такие микроэлементы, как железо, цинк и магний. 15% щепы мы компостируем и используем для мульчирования почвы в саду на площади около 90 гектар. Древесная щепа позволила сократить расход воды на полив на 80%. Мы это ощутили по экономии по электроэнергии, которая, значит, дает возможность меньше качать воды, соответственно, мы экономим воду, ну и, соответственно, мы еще и улучшаем плодородие земли.